Министерство финансов и казначейство Турции выпустило памятные монеты, посвященные 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Инициатором идеи выступило дипломатическое представительство Азербайджана в Турции. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2019 год объявлен годом Насими и посвящен 650-летию поэта. В связи с этим наше посольство в Турции проводит ряд мероприятий, одним из которых стал выпуск памятных монет, посвященных юбилею азербайджанского мыслителя. Имадеддин Насими 650-летию юбилейне әзірлемиш хатыра пулу хазырланмыштыр. Памятные монеты, посвященные юбилею поэта, изготовлены из бронзы. На аверсе изображена фотография Насими, а на оборотной стороне имеется надпись «Турецкая республика 2,5 лиры». Всего планируется выпустить 5000 памятных монет. Данные монеты предназначены для продажи, и она уже стартовала. Их можно приобрести на официальной веб-странице Монетного двора при Министерстве финансов и казначейства Турции. Деньги будут в обращении до августа 2021 года. Монета номиналом 2,5 лиры можно приобрести на официальном сайте за 40 турецких лир. Эльнара Алиева, Вефа Шахлаи, CBC.